Утром во вторник 8 июля на станции Шипиловская Любинско-Дмитровской линии столичной подземки прорывалось движение в сторону области из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщили в информационном центре Московского департамента транспорта. К сожалению, пострадавший мужчина погиб. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции, они обеспечивают порядок на станции. Движение по данному участку подземки было полностью восстановлено. По факту происшествия проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства данного инцидента.